Брестская областная клиническая больница с марта приступила к строительству нового хирургического корпуса. Его проектная стоимость составляет 257 миллионов рублей. Из них более половины средств выделяют на закупку техники. Слава Богу, началось, потому что в начале этого года наши уважаемые строители приступили к строительным работам. И на сегодняшний день идет разработка котлована и, насколько как я правильно, может, строительным языком не выражусь, но бетонной подушкой. И идет укладка бетонной подушки. И, как я вижу, и такая задача у строителей, к концу апреля вот этот первый этап строительства завершить. А это большой объем работы, потому что площади большие, площадь корпуса 36 тысяч квадратных метров. В четырехэтажном блоке разместят диагностические и манипуляционные центры с оборудованием последнего поколения для гибридных кардиохирургических и сосудистых операций, а также новые аппараты КТ, МРТ и УЗИ. В этом корпусе в первую очередь локализуем кардиологию и кардиохирургию. Это будет в первую очередь. Но в том числе там разместятся хирургические отделения, отделение сосудистой хирургии, отделение хирургии трансплантации, первое хирургическое отделение, кардиохирургическое отделение. Ну и как бы немаловажно, что у нас появится еще 8 новых операционных, у нас появится новое приемное отделение, что очень важно сегодня, потому что наша больница – это постройка 1974 года, и, конечно, все те условия и все те помещения, которые сегодня существуют, они не отвечает сегодняшним потребностям, а новое приемное отделение даст возможность разделить потоки экстренной помощи, плановых пациентов, амбулаторных пациентов и всем им оказывать помощь, если надо, будут какие-то небольшое количество коек, где можно провести дообследование пациентов для того, чтобы определить, в какое отделение, например, экстренного пациента госпитализировать. Или, если в этом будет необходимость, то прямо в приемном отделении у нас будет операционная, где можно будет прямо в операционной оказать ему пациенту экстренную хирургическую помощь. Брестской областной клинической больнице в октябре прошлого года решением Национальной академии наук Беларуси присвоен статус научной организации, единственная среди областных больниц республики.